Всем привет, это шоу 74, мы сегодня снова на птичьем рынке города Челябинска, в рыбном отделе. Вот, давайте пробежимся, посмотрим, снова такой небольшой обзорчик, посмотрим, чем торгуют, что продают. Если будут вопросы, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Цены сегодня озвучивать не буду, потому что цены, в принципе, особо не менялись, цены есть в предыдущих выпусках. Ну, еще раз говорю, если есть вопросы, задавайте, буду обязательно отвечать. Давайте будем смотреть. Начнем с кормов. Сегодня у нас только одна девушка торгует. Она нам как раз немножечко мотыля приготовила. Пойдем забирать мотыля. Ну и кормежечка вот такая вот. Это типа копенс, да? Это копенс. Ну-ну-ну. Видите, мотылек шевелится. Опарыш. Ну и куча всяких. Гранул, таблеток, хлопьев. Гамарус дафния сушеный. Толченый, не толченый, какой хотите. Тут вот тоже копинс разных фракций, я так понимаю, да? Черный. Вот. Ну вот такие вот у нас корма. Пойдем забирать вот наш мотылек. Ну и движемся непосредственно к рядам, где торгуют рыбками, птичками. Потом еще забежим обязательно сельскохозяйственным животным. Нужно немножечко нашему Толику корма купить. Вот, начнем отсюда. Сирийские. Снова здравствуйте. Сирийцы у нас есть. Вот такие вот они вырастают большие. Это вот пушистые просто. Да, они с ладошечку вырастают. И те тоже вырастут, то, что они маленькие. Вот они. А это джунгарята. Ой. Но джунгарики маленькие, но они очень активные, шустрые, любят бегать. Эти поспокойнее, вот эти вот помочки. Поел, не поспал. А эти совсем другие. А это другие. Вот именно. Да. Эти любят побегать. Эти, да. Не больше как полюбки. Ну да, в принципе. А вот эти вот молодые. Кто-то аквариум принес. Где-то воды там. Дяденька опять что-то принес. Привет. Что это? Майонезки опять что ли? Мечики? Кто там красный? Мечиков, кажется, я не держу. А что там красный? А, пиццерия? Календар. Девушка, сколько у вас? 40. А вот эти все? Эти 80, эти 80. Можно такие штуки 5? Есть куда. Есть куда. Вот такие. С белыми хвостиками, Дим, забыл, как называются. Которые? Ну вот. Радостомус. Радостомус. Вот дискуссии, смотрите, какие, ребят. А вот эти почем? Эти по 100 рублей. Они чистят это аквариум, листики чистят. Водоросли там, если есть плохая вида. Сейчас я вам посчитаю, насколько я вас поймала. Более. Ну что, блядь, Павел?
Ой, тут пельмешки смотрите. О, уже взрослые какие. Черники. Не он это? Взрослые. Нет, вот. Ну какие взрослые? У меня они вообще вот такие маленькие. Это точно? Может у вас это? Почем они брали? Можно, давайте посмотрим. Макрогнатусы. Которые там, его не видно днем. Может вот такие у вас? Во, вот и какие они вообще взрослые? Эти большие не вырастают, вот такие. Вот эти не вырастают сантиметров до 20. Ну они где-то, примерно, вот эти как вот такие вырастают. Ну да. Больше вот где-то вот такие здесь хотят бы. Да? А эти-то они здоровые, например. Ну это тоже смысл, они примерно одинаковые, да? Что ну, это, ну, что здоровые, это какие-то, да. Это как они, донные, да? Ночные. Да, да, да. Ага. А как ставим пищу на ютюб? Ли корм, али. Я корм, дайте. На тысячу делать вам? 100 рублей еще. 1300. На меченосы самец самка, это у самца меч, а у самки нет. Да? Ну да, ну и еще бывает. Не факт. А самое главное, нормальный плавничок заостренный у самца, у самки. Нет. Молодых же, они сразу не смогут. Ну такие уже такие повзрослев, сформировались которые. Я лезь дальше, немножко с народом закачаю. Просто у вильчатых, допустим, сложно определить. Там и девочки такие же. Анальный плавничок острый, как у мальчика. Девочек закругленный, плоский. Сашка, Андрюхина? Пернашка? Нет? Есть вода здесь, двух пакетов хватит. Саша, как называются вот эти вот печики, которые зеленые с красными миксованы? Это у меня такие получаются, они все вместе сидят, я не разделяю. Понятно. Сидят. Вот у меня тоже такие есть. Кто самое рожает, но сам кто-то не встает, не там кто с кем. Ну, у меня тоже получились и зеленые, с красным, и чернохвостые, да. Бинцы получаются, все, они клетят. Надо забрать его, бельный туда-сюда. Вот, ребят, посмотрите, какие северумы классные. Вот эти колосачки почем? У Саши сегодня аж три крана. Николь, больше нигде не берете? А вот эти какие еще посоветуете? Вот такой штуки надо его жить и идет нормально. Рыбы не пожалуйста. А кто же? Здравствуйте. А вот это Купил себе, мне почему-то не устало. А до времени они вроде бы дешевле, а потом растут. А если ставить, он такой гранулом небольшой, не спеки. Три раза по чуть-чуть. Один для этого хватит или два? Ну, одного надо будет. Два нормально.
например, вроде бы они не кушают хорошо. Мне было пару дней. И где-то через неделю я компрессор, да, фильтр. Фильтр я через неделю где-то промываю, выставляю, вот тут это вот он как раз выглядит, собирает. Вообще сильно остается и там, ну, просто. Вот я заменил. Ну, вроде я хорошо все заменил. А меньше, конечно, стало. Но... Ребята, аквариум, рыбок набрали. У нас здесь еще корма. Много-много. Пока нет. Пока нет. Травочка муравонька. А вот эти вот красиво? Вот они. А где здесь корни? Как его сажать? Вот они корни. А, и ее вот так сажать? Да. Вот так идет. Вот так. Что-то у нас давным-давно любителей эхинодорусов нету. Игоря. Наконец-то он появился. Это взрослый мальчик, да. А что-то это, дикарей давно не видно. Их какой-то в определенный сезон ловят, да? Понятно. Ну да. Они один сезон сидят, яркие, красивые, потом перелиняли, все, все серые мыши. Не надо их вообще, надо долго не ловить. У меня он сколько, он прошел, 7 месяцев. И курица такая, окно чуть-чуть приоткрыли на балконе. Конечно, животное привыкло жить. Хоть как не кормить, все равно. Ну и завершают все вот такие купиша. Ну и пойдем к сельскохозяйственным, там, конечно, животных наверняка нету, и вообще уже время половина второго, как бы обычно базар-то с утра, вот, мы долго спим, ну, такая работа основная, ночная, вот, просто нужно прикупить Анатолию кормежечку немножко, ну и, наверное, не знаю, сено что ли взять, попробовать увести его. То что-то в зоомагазинах как-то все дороговато. Солома, кормежки, сено. Маленько кроликов. Ну вот, ребята, вот такой он птичий рынок. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.